Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Илья, и я рад приветствовать вас на полевом городе Орел. И сегодня я хотел бы обсудить тему диссекации озимого рапса. Уверен, что каждый из вас хочет убрать культуру в кратчайшие сроки. Но существуют факторы, такие как подгоны, погодные условия, неравномерное созревание, засоренность сорняками, которые воспрепятствуют уборке урожая в оптимальные сроки. И для того, чтобы нам достичь равномерного созревания, сегодня мы проведем диссекацию нашим препаратом Реглон. Стручки рапса на растении созревают неравномерно по ярусам. Более влажные и зеленые части будут затруднять уборку. Проводим диссекацию 28 июля при температуре воздуха 20 градусов тепла и влажности 62%. Прошло 7 дней. И как мы можем заметить на нашем полевом участке, стручки рапса имеют однородность как на верхних, так и на нижних ярусах. Влажность составляет 7,3%, а это значит, что мы определенно готовы к уборке. И в заключение хочу сказать, ознакомиться с правилами применения диссеканта, а также нашими многочисленными опытами вы можете на нашем сайте. Реглоньте вовремя, прекрасных вам урожаев и до новых встреч!